Здравствуйте! В эфире телеканала «Итон ТВ» программа «Тема дня». В студии я, ее ведущий, Александр Гурарье. В Израиле продлен карантин. Продлен карантин, и, соответственно, полиция, которая мечтала о том, что вот у нее сейчас немножечко будет возможность вздохнуть свободно, вновь погружается в активную работу. На связи с нашей студией пресс-секретарь полиции майор Михаил Зингерман. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Видите, вот из автомобиля мы практически... Ну, так да, практически знаем, живем в автомобиле. Наша служба опасна и трудна. Михаил, вот я хотел бы спросить, как у вас сейчас идет, так сказать, служба, какие задачи возложены на полицию. Мы знаем, что постоянно выставляются кордоны, но тем не менее основная претензия граждан, которая публикуется и в социальных сетях, и в СМИ, о том, что полиция строго соблюдает, требует соблюдения карантина там, в городах, но когда дело доходит до религиозной части населения, которые продолжают учиться в ешивах, которые продолжают устраивать свадьбы, всякие мероприятия, то полиция ведет себя, ну, мягко скажем, деликатно. Что происходит сейчас? Есть ли у вас новые установки какие-то? Вы знаете, я думаю, что слово «деликатно», оно не совсем здесь уместно, потому что полиция действует решительно, действует эффективно, и когда есть необходимость в этом, действует жестко, естественно, в рамках закона. Я думаю, что те последние случаи, которые происходили, то, чем мы занимались в ешивах, то, чем мы занимались в учебных заведениях, в синагогах и так далее – вы видели, что полиции приходилось, конечно, применять и определенные средства и действовать жестко, и приостановить аресты, естественно, поэтому полиция в таком плане будет продолжать работать. Конечно, непросто. Непросто в этом секторе нам работать. Есть очень много проблем, к сожалению, есть непослушание, есть невыполнение указаний Министерства здравоохранения, политического руководства. И, конечно, здесь ложится огромный участок все-таки работы, огромная часть работы ложится на полицию. Михаил, ну давайте уж называть вещи своими именами. Что значит непослушание? Вон сплошные идут сообщения. Вот в Иерусалиме в здании школы была устроена свадьба втихаря. Прибывшую полицейских обкидали камнями. То есть, а это называется неповиновение? Это называется сопротивление органам власти? Естественно, поэтому я и сказал, полиция действует, и, естественно, применяются необходимые средства, производятся аресты. Что могу вам сказать? Вы понимаете, дело в том, что те случаи, о которых говорят, и в средствах массовой информации, вы говорите, 1, 2, 3, 4, 5 случаев, до 10, я вам скажу, основная масса, все-таки нужно об этом сказать, они прислушиваются и выполняют указания. То есть... однозначно. Но, к сожалению, есть определенные слои населения религиозного, которые просто-напросто не обращают внимания на всю опасность болезни, на все то, что необходимо соблюдать. Поэтому здесь полиции приходится работать не в то время, когда мы начинаем действовать, когда мы приходим туда и совершаем проверки и инспекции, сразу же начинается противодействие. Полиции начинают атаковать полицейских, забрасывать полицейских камнями, забрасывать полицейскими мусорными мешками. И, естественно, полиции здесь приходится действовать непросто. Непросто. И здесь, конечно, мы все время говорим о том, что полиция одна здесь, я однозначно это скажу, сделать ничего не сможет. Нужно действительно, чтобы и Министерство просвещения, Министерство внутренних дел, руководство этих определенных общин и слоев населения, чтобы они сказали свое слово, чтобы они говорили свое слово. Полиция здесь одна сделать, к сожалению, ничего не может. Если Михаил, но ведь полиция, извините, перебиваю, но ведь полиция знает, как бороться, вот, например, с какими-то, ну, да простят меня наши зрители за такое сравнение, с преступными группировками. Вы прекрасно знаете, что нужно прежде всего добраться как бы до руководства, да, до главарей,
и работать с ними. То есть их надо там предупреждать, наказывать, штрафовать и так далее. Понятно, что с этими 15-16-летними пацанами воевать, которые кидаются камнями, это бессмысленное занятие, у них промытые мозги. То есть как полиция ведет работу вот с этими группами населения, с теми, с вождями, которые, собственно, раздают эти указания? Во-первых, выписываются штрафы, применяются санкции. На которые они плюют, и они их не оплачивают, это понятно. Все это работает, и выписываются штрафы, как я уже вам сказал, и закрываются заведения, естественно. Опять же, я вам скажу, нужна поддержка правительства, правительственных органов, чтобы они сказали действительно так же вместо. Полиция делает все необходимое. Вы видите, насколько непросто полицейским. И производятся определенные действия, разгоняются демонстрации тех людей, которые нападают на полицейских. Мы, естественно, оттуда не уходим, действуем до конца, совершаем все необходимое. И в таком плане будем действовать, мы не остановимся, потому что мы прекрасно понимаем, что главная наша задача – это обеспечить здоровье людей. Поэтому, естественно, опять же обращаемся к сознанию людей, к сознанию всех наших граждан, чтобы вместе с полицией действительно сделали все необходимое, чтобы мы прошли эти дни достойно, эффективно, и чтобы эта болезнь ушла как можно быстрее. Ну да, вы, собственно, пытаетесь спасти утопающих, а утопающие отбиваются, вырываются и прыгают обратно в воду. Недаром 40% прироста заболеваний сейчас идет именно в религиозном секторе. Михаил, ну ладно, оставим в покое коронавирус. От него, честно говоря, все уже устали, даже информация о нем. Но полиция продолжает работать и в других направлениях. Никто не отменял вашу деятельность в плане предотвращение преступлений, выявление наркотрафика, торговли оружием и прочими уголовными преступлениями. Я слышал, что можно поздравить полицию с блестяще проведенной операцией по внедрению агента в криминальную среду, который помог выявить многие целые преступные схемы торговли наркотиков и оружием. Причем торговли наркотиками и оружием в арабском секторе, среди арабского населения. То есть арабов, надо подчеркнуть, граждан Израиля. То есть это не где-нибудь там, на палестинских территориях. Проживают на севере страны. Но перед этим я все-таки небольшую ремарку вам хочу сказать в плане того, что касается коронавируса. Конечно, вы понимаете, 30 тысяч полицейских работает в израильской полиции. Я вам скажу, что это очень небольшая цифра для государства, в котором 9 миллионов населения, 30 тысяч полицейских, и полицейские также, они такие же люди, полицейские болеют. У нас около 1000 полицейских уже, которые за все это время были инфицированы коронавирусом, которые переболели. У нас несколько тысяч полицейских, которые и находились, и находятся сейчас очень многие в изоляции, на карантине так называемом, поэтому сил, конечно, нам нужно очень много для того, чтобы бороться с преступностью вместе с тем и со всем, что касается коронавируса и то, что касается преступности. Михаил, по крайней мере, полицейских успели сейчас провести прививки? Вся полиция получила, весь личный состав? Практически, да, сейчас все полицейские уже получили две прививки. И это, конечно, очень важный момент, потому что здоровые полицейские и то, что полиция находится и работает, и делает свою работу, это важнейший момент для наших граждан, потому что кроме полиции, эту работу по обеспечению безопасности и обеспечению всего того, что происходит вокруг коронавируса, никто не может сделать. Это только мы, и, конечно, нам нужно быть для этого здоровыми. Что касается вашего вопроса, действительно, мы говорим опять о задействовании, снова говорим о задействовании тайного агента. Непростое задействование тайного агента, необычное задействование тайного агента в арабском секторе среди арабских торговцев оружием и наркотиками на севере страны. Работа тайного агента, которая длилась год. Представляете, это целый год. Нужно было подготовить, определить, выявить тайного агента, сопровождать его, делать все необходимое для того, чтобы обеспечить его безопасность во время того, как он действовал среди этих опаснейших преступников. За время своего задействования тайный агент сумел приобрести 5 пистолетов, 3
автомата, две осколочных гранаты и огромное количество наркотиков, кокаин, гашиш, героин, таблетки экстази и так далее. Что важно очень сказать, я думаю, это будет интересно и вам, и тем людям, которые нас сейчас слышат. Речь идет о русскоязычном агенте полиции, который действовал в среде очень опасных преступников, опять же повторюсь, в арабской среде. Он был выявлен во время призыва в полицию, он очень хотел и мечтал призваться в полицию, был выявлен и определен как человек, который подходящим является для того, чтобы работать тайным агентом. Он был призван в полицию, он уже начал работать тайным агентом как полицейский. И я вам скажу, что его кличка подпольная, под которой он действовал, Жека, это действительно, да, это его имя, я думаю, русскоязычные все знают имя Жека, русскоязычный Жека в арабском среде, да. Каким именем это является? Да, представляете, то есть парень, Каролины, приехал в 10-летнем возрасте вместе с мамой, мечтал призваться в полицию. Не просто мечтал, он из семьи полицейских, у него дедушка полицейский был, милиционер, да? То есть он из полицейской семьи. Вы знаете, вы очень информированы, да, это очень приятно. Дедушка Жеки, он был офицером милиции в Советском Союзе, и он вырастил Жеку, он мечтал о том, чтобы Жека стал полицейским. И что еще очень интересно в этой непростой истории, жизненной очень истории, то, что сын этого дедушки, офицера милиции, отец Жеки, он перешел на другую сторону. То есть он тоже был полицейским? Преступником. Он перешел в преступный мир. Нет, он не был полицейским, он был преступником. Он был на другой совершенно стороне, он отсидел в тюрьме, и после того, как он уже освободился из тюрьмы, отец, мать с сыном решили уехать в Израиль, и приехали в Израиль, и здесь сбылась мечта все-таки Жеки и мечта покойного деда его о том, что он призовется в полицию, станет полицейским уже израильским. Я вам скажу, в то время, когда была церемония, и когда уже открыто вручалось удостоверение полицейского Жеке, когда он уже открытым полицейским стал, то на церемонии присутствовала его мать, присутствовала его девушка, и они были в шоке. Они на протяжении этого года они не знали совершенно, чем занимается Жека. Кем он, то есть они вообще не знали, что он собрался в полицию, что он записался в полицию, они ничего этого не знали? Ничего этого не знали, что он служил и был задействован как тайный агент полиции на протяжении года. Это было действительно для них огромный сюрприз. И мать плакала от чувства такого перебора, по всей вероятности, чувств. И это было действительно очень трепетно, очень приятно. Жека с нами сейчас, открытый полицейский. Преступники, против которых он собрал доказательства однозначные, они сейчас находятся в местах, в которых они должны находиться. Они арестованы, им продлен арест. И действительно очень серьезное, такое очень важное, очень эффективное задействование тайного агента, о котором, в принципе, о задействовании тайных агентов я очень много вам рассказываю. Это очень важный момент. И действительно очень важно понять, что израильская полиция этим занимается. Это очень эффективный метод для того, чтобы разоблачать и просто громить преступные группировки. Михаил, ну первый вопрос у меня сразу возникает. Он год был тайным агентом полиции, сейчас все тайное стало явным, он открытый, так сказать, открытый полицейский. Нет ли опасности, что преступники начнут мстить полицейскому за то, что он их, так сказать, заложил, сдал? Вы знаете, Александр, я вам скажу, у нас, как я уже сказал, 30 тысяч полицейских, полиция Израиля. И я вам скажу, что ваш покорный слуга до того, как стал пресс-секретарем, работал в убойном отделе по расследованию самых опасных преступлений. И поверьте мне, сидел напротив убийц, самых опасных преступников.
и собирали мы доказательства, и отправляли их в тюрьму. И что это значит? Что я должен бояться сейчас, что кто-то меня может где-то встретить и что-то мне сделать, и моей семье. Это наша работа. Мы обязаны делать эту работу, за нас эту работу никто не сделает. Мы полицейские. На такой же основе ЖЭКа, полицейский, когда он был задействован тайным агентом, он являлся полицейским, действовал под прикрытием полиции, собирал улики, собирал доказательства. Сейчас он открытый полицейский, и он действительно делать и будет продолжать делать свою работу. Что касается того, что я рассказываю о работе полиции по задействованию тайных агентов, то нам очень важно об этом рассказывать. Мы этого не скрываем. Пусть преступники дрожат, пусть боятся каждую секунду, пусть видят в каждом из себя, в каждом преступнике, в каждом своем друге и так далее. Пусть видят тайного агента, пусть боятся. И действительно, пусть понимают и знают, что полиция постоянно преследует преступников, внедряет тайных агентов, делает все необходимое, предпринимает все для того, чтобы эти преступники, они жили все время неспокойно, чтобы они постоянно переживали, чтобы они все время тряслись и знали, что полиция идет по их следу. Как там «Вместо встречи изменить нельзя», говорил Горбун. Есть у нас думка, что ты мил человек, мусорок легавенький. Михаил, спасибо большое. Удачи вам, удачи полиции. Ваши непростые, ну, наша служба опасная и трудная, ничего тут не поделаешь. И, так сказать, скорее бы кончился коронавирус, чтобы полиция наконец занималась тем, чем она должна заниматься, а не отлавливала людей без масок там или не разгоняла незаконные свадьбы. Я прекрасно понимаю, что это не доставляет удовольствия ни полицейским, ни руководству полиции. Спасибо. Я напоминаю, что с нами был пресс-секретарь израильской полиции майор Михаил Зингерман. А мы переходим к следующей теме.